Если бы это было в силах Бориса Джонсона, то сегодняшние документы исчезли бы в недрах викторианской канализации города Лондона. Но этого не случилось. Эти документы были доставлены Борису Джонсону в его резиденцию на Даунинг-стрит, в ту самую резиденцию, где и проходили те вечеринки, из-за которых Борис Джонсон стал сегодня самым нелюбимым, неуважаемым и осмеянным персонажем Британии. Над ним смеются даже школьники. Каминг говорит, что Джонсон полностью находится под контролем и каблуком своей молодой жены, но при этом имеет амбиции римского императора. Борис Джонсон в целях самосохранения, сохранения своей политической карьеры, пытается себя сейчас представить этаким спасителем всей страны. Да что там страны, мира. Он пытается говорить о более глобальных вопросах, а ему задают вопросы крайне такие стыдные и мелкие.